Всем привет! Это последний день на Земле, и сейчас мы будем штурмовать тюрьму. Все мы задания выполнили для старта ограбления. В общем, смотрим. Доска подготовки. 6 заданий, все выполнили мы. Здесь вот этот ящичек собрали. Ну что, начнем. Взял я с собой огнестрельное оружие, лучшую броню, которая у меня есть. И аптечки самые лучшие. В общем, все, что у меня было практически. Там еще у меня есть на базе это такие сбитые оружия, там всякое. Ну, еще захватил брони немножечко. Может быть, этого хватит. Вот с собой еще на чоппере ничего не взял. Поехали. Так, отправляемся в тюрьму. Теперь она открыта. И тут вот стоят. Что у них есть в груз? А, ну можно бензин только слить, если у вас бензина совсем мало. Этот сезон, получается, он только для тех, у кого есть чоппер. Без чоппера, ну, сюда вообще не попасть. В общем, посмотрим. М-ка мне не нравится, конечно, но пришлось взять ее. Вот она, бомба у нас. Получается, мы штурмуем. Здесь зомби у нас какие-то. Потихонечку их разбираем. О, побежали толпой. Очень много промахов у этого оружия, оно мне вообще не нравится. Видите, сколько промахов? По 12 урона наносит. Это вообще бесполезное оружие только для тех, кто вот эти вот зомби какие-нибудь. Потому что вот оно вообще, вот сейчас оно все уже сломалось. Минус одно оружие у меня получается. Так, придется тратить ГЛОК. Зато задание мы выполнили, получается, нам надо было 4000 урона ГЛОКом нанести. Это хорошо, задание выполнили. И на этом спасибо. Так, смотрим дальше, кто у нас тут есть. Еще бегуны. Ну ладно, это ерунда. Так, здесь вот, я так понял, можно будет зайти как-нибудь, да? Или... А, ну мы же идем дальше. Вот рецидивист у нас. Ужас какой-то. Это же громила какой-то. У него 750 хп хотя бы. Но он бьет все равно сильно. По 17, а у меня броня-то самая лучшая. Это да. И видите, по 9 урона он наносит, это и промахи постоянно. Возьмите сюда лучше всего этот дробовик. Дробовик возьмите такой мощный, который по 70 урона наносит, потому что это ужас просто какой-то. М16 вообще не работает. Видите, у меня уже два оружия осталось, я не знаю, как я буду проходить дальше. Там же куча рейдеров. Да, а ограбление, видите, минута 20 нам всего лишь дается. И можно 12 ящиков, типа, унести. Но я знаю, что это невозможно за такое короткое время. Ящики-то это, наверное, будут как в этом. Как на ферме. Так, смотрим, смотрим. Вот этот вот рейдер костолом, это вообще, это... Он мне больше урона наносит, чем я ему. Он вообще непробиваемый. Очень крутой. И, кстати, у меня уже 7 аптечек. Осталось 7 аптечек и нет брони. Броня-то слетела. Видите, что творится? Что же делать? Конечно же, надо броньку надеть, что я делаю вообще. Зачем я иду просто так? Так, что у меня есть из брони, посмотрим. Так, военный сет у меня чуть-чуть. Да, оружие так кончилось, кстати, уже. Вот и нет эмки. Остался один глок. И 5 аптечек. Да, чувствую, я придется на базу бежать. Потому что тут я не знаю, что делать. Зря я так и сделал вообще. Видите, моя ошибка вам поможет. Вы теперь смотрите и думайте. Не берите столько мало оружия и так мало брони. Так, съедаем. Постепенное лечение теперь у нас. Так, он вообще нам не помогает, вот этот наш байкер. Он просто для видимости. Он вообще ничего не делает. Так, это дальность какая-то у меня. Вот он, наконец-то дальность получилась у нас. Рейдер-стрелок. Так, убиваем его. И остается что у нас? Остается... Что у нас остается? Ой, да как мне... О, еще четверо, да? Ой-ой-ой-ой. Видите, он их не убивает даже. Но я руками тут ничего не смогу сделать. Все, бежать, бежать, бежать. Вроде это почти дошли, да? Ну вот, не получилось чуть-чуть дойти. Вот это да. 3 аптечки осталось. Из 17.
и нет вообще брони. Все, убегаем. Посмотрим, что будет, если убежать. Так, мы убежали на базу. У нас ничего не осталось. Только военный сет. В общем, брони берите лучше два сета военных сюда, если нету. Ну, или там побольше, в общем, брони. А, у меня был уже глок за задание, ну ладно. В общем, взял с собой еще оружие. Как видите, это 6 стволов. Но они сбитые, видите, вот этот дробовик. Он у меня половинчатый. Сразу же толпой бегут, они уже знают нас. О, не-не-не-не. Это жесть. 1 хп. Видите, что делается? 6 хп. Меня чуть не убили опять. Это очень печально. Я не знаю. Я, в общем, прошел тут до этой штуки. Все, у меня оружие кончилось. Видите? Получается, промотал. Я смог оттуда убежать. Это не хилится, получается, от этих морковных рагу. Ничего. Если вы 100% сыты. И 100%, в общем... Ну, в общем, еда это не действует. Ну, такие дела. Берите с собой аптечки. Или бинты. Так, быстрее, бегом, бегом, быстрее. Выкидывай ящик, бросай, бросай его. Так, здесь, конечно, тоже зомби. Поэтому оружие берите еще больше. Видите, у меня оружие уже кончилось. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Они задержат чуть-чуть. Байкеры тут, которые немножко задерживают. Но все равно, видите, 48 секунд осталось. 48, я только один ящик. Я один ящик только сделал. Бегом, бегом, бегом. Берем самый ближайший, сразу бегут еще зомби, да? Еще все медленно, он идет медленно, это несет этот ящик, это ужас просто. Бросай, бросай. Тут, конечно же, можно это потратить немножечко здоровья. И может быть еще ящик. Я еще этот чоппер не поставил поближе сюда к воротам. Вот это я, конечно, вообще. Это моя ошибка. Так что не совершать еще эту дополнительную ошибку. Здесь бросать уже можно. Так, здесь добиваем. Берите, конечно же, аптечки хорошие, либо бинты, либо такие аптечки. Вон, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Успели. Все, и мы автоматически отправляемся на базу байкеров. Три ящика всего лишь мы смогли унести за минуту, сколько там, 20, по-моему. Вот 40 нашивок нам дается. 40 нашивок... Ну, совсем слабеньких нашивок, да? Твои нашивки в сейфе, можешь обменять их у кладовщика. Да, вот это да, вот столько я потратил. Ради чего? Теперь скрытность я буду делать, не хочу штурм больше, что-то. Посмотрим, насколько лучше скрытность будет. Похищение, пароль, камуфляж, диверсия, заражение, замыкание. Ну, нормально, тоже задания какие-то интересные, можно будет посмотреть, что это. Я не знаю, как вообще выгодно, невыгодно. Потом ящики откроем и проверим. Ну, просто я еще это неправильно проходить начал. Так, вот здесь вот ящик нужно сделать. Ну, все у нас ресурсы, в принципе, есть. Это не так страшно. Ладно. Возьмем ящики. Сколько нам дадут ящиков, посмотрим. Так. Забираем ящики. 4 ящика получается, да? Ну, забираем 5 или сколько там. Награду свою, конечно же. Пусть так будет. Ладно. Вот такие вот дела. А вам, если понравился ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. И берите с собой больше оружия. Больше оружия. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. Сейчас нам помашут вам ручкой.